Здравствуйте, друзья! У меня такой небольшой анонсмент, состоящий вот в чем. Приближается годовщина, юбилей мой, мне будет 60 лет, и 30 апреля мы будем отмечать. Вообще, я родился 28-го, но так получается там по дням недели, что отмечать мы будем 30-го. Отмечать мы будем таким образом, что там будет трансляция в Перископе живая, будет там же трансляция в Ютубе, тоже живая, то есть все, кто как бы захочет принять участие, ну, можно сказать, в режиме таком прямом, могут принять участие. И была такая задумка по ходу мероприятия показать поздравления от людей со стороны. Поэтому, если у кого-то из тех, кто нас слушает, есть настроение записать маленький сюжетик, поздравление небольшое, да, то как бы с благодарностью будут приняты все эти сюжетики, и там произойдет как бы две, что ли, стадии обработки. Значит, первая стадия, мы сделаем, может быть, 3 по 5 минут такие небольшие урезанные там обработанные сюжеты, потому что все-таки там нет такого формата, чтобы там часами что-то показывать. Вот. Но сами эти поздравления мы потом отдельно уже, когда задним числом, мы можем из них сделать такую большую ленту, чтобы ничего не пропало и так далее. То есть это как бы на моей ответственности, как бы я с удовольствием сделаю такую ленту. Значит, теперь по процессу. Значит, если вы хотите поучаствовать, то надо сделать относительно непродолжительный кусочек, ну, я не знаю, ну, пару минут. То есть не 10, не 8, там, не надо всю свою жизнь рассказывать. Вот. Если есть желание всю свою жизнь отдельно, это я с удовольствием в отдельном формате приму. Это как бы отдельный разговор. Но конкретно поздравление, там пару-тройку минут, надо его повесить, ну, у себя на канале, только что, где-то. Да, канал у вас есть, даже если у вас нет канала, но у вас есть Gmail аккаунт, то у вас уже есть свой YouTube аккаунт тоже автоматически. Значит, вы у себя его вешаете, даете ссылку. Значит, ссылку лучше всего давать в личку Натальи Квик. Я на всякий случай дам ссылку у себя под этим видео, как к ней туда, значит, пойти. Наталья Квик, потому что она волонтерствует по редактированию и сбору, значит, поздравлений. Можно мне, если у вас есть какие-то проблемы там отдельно, значит, можете мне скинуть в личку. Я сам тогда отправлю Наталье Квик, ничего страшного. Значит, она будет делать вот эту часть работы, а я потом уже сделаю все остальное, что касается систематизации, как бы, и вывешивания там остальных поздравлений, которые не войдут в эти 15 минут. Ну вот, наверное, и все. Так что, если вопросы есть, задавайте в комментариях, там я с удовольствием отвечу. Спасибо заранее всем, кто примет участие. Счастливо!